Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы искренне рады приветствовать вас на нашем канале. 2021 год по-прежнему продолжает уносить жизни великих людей. Апрель 2021 года стал настоящим звездопадом для российских артистов. Только за апрель ушло более 40 известных актеров и артистов. Многие из них были молоды. Очевидно, что в историю он войдет как трагический месяц для российского искусства. Практически каждый день приходят печальные новости о смерти известных людей. Не успел начаться май, как за первые его дни ушли 7 известных артистов. К сожалению, сегодняшний день не стал исключением. Скончался народный актер, добрый и светлый человек. Борис Корчевников, Александра Пахмутова, Федор Добронравов, знавшие артиста лично, уже выразили свои соболезнования родственникам актера. А Андрей Малахов в ближайшее время посвятит передачу «Прямой эфир» памяти актера. Ушел из жизни народный артист России Владимир Качан. Причина смерти Владимира Качана, известного по ролям в сериалах «Бедная Настя», «Офицеры», «Петровка-38», «Три дня в Одессе», «Территория» и многих других, стала новая коронавирусная инфекция. Актера могли не узнать на улице, но его голос был неподражаем. Он звучал в культовых фильмах. Редакция нашего канала приносит искренние соболезнования родственникам Владимира Качана.